10 дней назад из нашего города отправилась очередная партия силовиков, а во вторник вернулись в Нефтекамск те, кто покинул дом в середине января. 12 человек 7 месяцев занимались охраной общественного порядка в Чеченской республике, Осетии и других районах страны, которые остаются неспокойными. Домой все полицейские приехали живые и здоровые. В родном отделении полиции их встретило начальство и, конечно, близкие. С приветствиями, поздравлениями и слезами счастья.